Экологический урок для учеников школы номер 14 провели в Томилине. На контейнерной площадке для сбора крупногабаритных отходов «Мегабак» детям рассказали, как правильно сортировать мусор и что можно сделать из пластиковых бутылок. На уроке побывала и наша съемочная группа. «Мегабак» — это те самые коробочки, из которых мы пьем молоко, сок. Стекло можно переработать много раз, а вот с пластиком дела сложнее. Алиса Маркова это хорошо знает и уже сама сортирует мусор. Вместе с классом участвует в экологической акции и собирает использованные батарейки. Говорит, это спасает планету. Сортируют люди мусор, планета будет чище. С помощью вот этого всего дыма на фабриках начинается дождь. Будет меньше дождя, возможно. На контейнерной площадке собирают 13 видов мусора. Из Люберец их вывозят в крупнейший в Европе комплекс по переработке отходов «Восток». Школьникам провели онлайн-экскурсию и показали этапы работы завода. Во что можно переработать пластиковые бутылки, Мария Штомпель показала на примере флисовой куртки. Из 7 бутылочек можно сделать футболочку, а уже если бутылок будет чуть больше, около 20, то получается вот такая флисовая куртка. Таким образом мы вносим свой вклад в сокращение размещения отходов на полигонах. После экскурсии – игра. Дети поучаствовали в викторине и проверили свои знания. А самые активные ребята получили кепки, эко-сумки, футболки и другие призы с эмблемой «Мегабака». В городском округе Люберцы на улице Гаршина 9/1 создан мегабак по поручению Андрея Юрьевича Воробьева. И очень важно с детства приучать детей к раздельному сбору мусора. Городской округ Люберцы в списке 10 лучших муниципалитетов Подмосковья по организации работы площадок «Мегабак». Айтадж Щерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.